Доброе утро. Buenos dias, my friend. Смотри. Глянь, какой тут вчера бардачочек себя развел, а? Так вот, чисто кинуть. Бяу. Ты что-то так впадло было вчера убирать. Смотри, короче, какое мыло вышло. Смотри. Ё-моё, браза. Ты даже не представляешь, это, короче, медовенько. Видишь, это... Как её? Карри. Как отлично сыграл роль красителя, шикарно, а? А запах, вот этот запах меда, воска, ой-ой-ой-ой-ой. И вот второе. Что, это тупо конопляный шрот, основа и какое-то мыло. Ну, я что, дайте еще. Масло добавлял. Так, короче, надо идти за водой, разбудить людей. То они вечно дрыхнут. Как не придешь, они спят. Что вы там спите? Так, и что? И что? А, и сейчас будем делать дальше мыло. Экспериментировать. Не, ну, я просто думаю, во-первых, это так интересно. Не, интересно будет вообще делать мыло с нуля. А вот, формочки какие-нибудь прикольные купить, потом там... Какие-нибудь вообще оригинальные. Ты прикинь свой интернет-магазин, который будет товары за биткоины отпускать, можно забить чем? Смотри, а. Да посмотрим, мы еще с поставщиками свяжемся. Это, я ж, ну, мало, можно оптом, чисто оптом продажа, ну, самих этих там семян. Не, ну, допустим, вот смотри, как вариант, да, к примеру. Вот тебе... Казинаки, к примеру. Оп. Фотографию сделал. Красивенькую. Ну, надо еще научиться фотографировать. Разместил позицию на сайте. Назвал там Казинаки. Это не люблю, конечно, это слово сыроедный. Или. Нет, не будем. Мы просто это раздел для сыроедов, да? А, так у нас все для сыроедов будет. Казинаки, мыло, шроты. Компост, я даже думаю, компост можно продавать, прикинь, ты, короче, тут хаваешь, все, что в твоей жизнедеятельности остается, ты превращаешь в компост, делаешь компост самого высокого качества, и даже компост можно продавать, прикинь, тема, а? И тоже за биткоины. Так, ладно, пить хочу, то прикинь, где-то, а что это за вода? А то так получилось, вода закончилась. Я как-то все с водой еще свою жизнь организую. Это не для питья. В магазине воду не купишь, с крана воды не попьешь. Ну что за жизнь, а? Пошел я.